И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Долгую войну 2, продолжаем проходить. И начнем с того, что у нас Андрей. Андрей написал в комментариях, но серия, которая должна... серия, в которой он появился даже, она еще не вышла. То есть она буквально вот через часик, через два выйдет. И там, соответственно, он это дело увидит. Но предыдущая серия, которая была, в общем, там было написано, что Россия и без позывного. Позывной он захотел огурец, и страна говорит Украина. В общем, как-то так. Все поменял, так что будет это дело, значит, у нас как-то вот таким вот образом. Народ у нас здесь, соответственно, проникновением занимается. Там у нас целая грядка ломится, да? Кто-то обучается, кто-то еще всякой фигней занимается. Тут группа Папа, тут группа Дикий Волк проникает, значит, туда. О новом приоритетном задании. Смотри, что. Курящийся принц. Тайная встреча. Ну, это, в принципе, то, что надо. Я бы так сказал. Другой вопрос, что у нас человечек, который сидит в этом самом, в штабе, в этом, в убежище, он у нас с простой пушечкой, даже не лазерный. А лазерное это здесь бы вообще не помешало, да? И помните тот раз, когда мы приходили, там эти, что за избирательный склероз какой-то, забываю все время, как они, ну, в общем, пластилиновые эти сволочи, они, соответственно, были там в большом количестве. Безликий, вот, точно, точно, вы правы, безликий. Прям я услышал, как вы мне подсказали. Так, тайная встреча, это хорошо, отлично, что у нас здесь есть? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, значит, ну у нас, собственно, маскировка пока что, так что погнали. А здесь смотри, что. Быстрое развертывание. Ага. То есть мы можем развернуться, кинуть греночку какую-нибудь. Перед броском или выстрелом гранаты поддержки. Ага. То есть я могу дымовуху, например, на свой отряд кинуть, да, и после этого еще всякой фигней заниматься. Я вперед иду, неважно. У нас где-то там, то есть край карты, вот он. То есть здесь мы такую неплохую область зацепим. А, кстати, и вот край карты. Понятно. Ну, мы здесь их, значит, в любом случае увидим, да? Погнали. Карта не особо большая. Ну, давай потихонечку. Нас же здесь никто не торопит, поэтому мы аккуратно и по чуть-чуть двигаемся. Так. Давай, ты сюда. Надо как-то уже распределяться нам в какие-нибудь укрытия, даже я бы сказал. Давай, ты сюда. Ты за полное укрытие, ты сюда. Ну и здесь, соответственно, не знаю, давай сюда. Роман у нас. У нас, кстати, разрушитель, а не снайпер. Вот что прикол-то какой. Такс. Вот это здание мне не очень нравится. Почему? Потому что мы можем туда легко выглянуть из-за угла и на кого-нибудь напороться. Поэтому давайте как-то будем смещаться, наверное, в эту сторону, да? Давай, ты сюда. Ты сюда. Ты у нас, например... Ну, давай куда-нибудь сюда. Ты, допустим, вот сюда. Опа, кого-то видим. Кого-то видим. Здрасте. Здрасте. И теперь безликих надо где-то запалить. Пошли. Так, ну и Роман куда-нибудь поближе бы в идеале-то, конечно, да, чтобы закинуть бомбочку по-человечески. А мне, кстати, в комментариях так и не пишет. Потерялся куда-то. Кстати, смотри, три... Ну, в общем, лутецкий прям там у всех. Надо будет его обязательно замутить. Пошли. Здрасте, здрасте, здрасте. Так.
какие варианты. Вот здесь у нас что-то, да? Тут по-любому могут быть гражданские где-то. Давай, ты сюда. Давай, ты сюда. Ты, соответственно, сюда. Ты, соответственно, куды. Давай сюда. Здесь... Ну, как вариант, да? Почему нет? Давай сюда. А ты тогда на ее место. Вот. Эй, куда пошли? Я могу и ракетой, конечно, сюда приладить, но вот не хочется мне почему-то терять. Может быть, я, конечно, и жадничаю, но дело такое. Они по-любому должны как-то обратно пойти, мне кажется. И поэтому, как вариант, мы можем вот здесь вот распределиться, да? Давай сюда. Кто там? О, еще пак, еще лутецкий. Ух ты, че. Так, ну давай как вариант тогда будем в эту сторону сдвигаться. Сначала с этими будем разбираться, да? Почему нет? Действительно. Так, здесь у нас. Давай сюда. Ты, значит, у нас идешь сюда. Ты, значит, докуда ты бегаешь? Сюда бежишь. Ты сюда бежишь. Ты, соответственно, сюда бежишь. Отлично. Такие пробежки по картам. Хорошие. Эти возвращаются. Ты посмотри, а. Эти возвращаются. Надо тогда как-то нам быть. Эти, по-моему, просто стоят, да? Смотри. Тогда мы, может быть, вот этот пак встретим. Ну, как вариант. Почему нет? Давай вот так. И вот так, да? По-моему, неплохо. Вперед. Оп, прям перед носом у них. Отлично. Заняли полное укрытие. Здесь, соответственно, давай-ка вот сюда. Блин, я уж думал, что сейчас пробежит. Так, вы здесь заняли укрытие, да? Хорош. Дальше. Этих друзей нам... А, блин. Вот это плохо. Нам придется отступать тогда. Нам придется отступать. Плохо я их посадил. Очень плохо. Пошли сюда. Ну, давай тогда, наверное, сюда. Потому что... Это что такое? А, вот и гражданский, смотри. Вот он, этот пластилиновый. Окей, я понял. Валим, короче, оттуда. Мне там не нравится. Что-то разонравилось мне там. Прям резко разонравилось. Загреть два пака и еще пластилинового. Это будет вообще вилы. Ну и вот эти ребята, они, конечно же, сюда идут. Они вот сейчас вот обойдут, да, и запалят вот эту барышню. Хотя здесь вроде окон нет. Давай, нам остается только на боеготовности сидеть. Вот этого друга бы... Или подругу, или лысую. Татьяна Виноградова. Ее надо, наверное, отвезти, потому что если они сейчас сюда пойдут, то они ее заблокируют. Давай, всем боеготовность. Давай. Вот здесь вот плохо. То, что мы палим вот ту штукенцию, да? Тот пак. Так, здрасте. Нам бы как-нибудь ее увезти отсюда. Чтобы она... Да, смотри, она этот пак палит. Поэтому, как вариант, мы можем, конечно же, занять позицию где-нибудь... Ну, где-нибудь, я не знаю. Давай сюда, например, отступим, да? Здесь. Все, здесь не видим. Отлично. Меня устраивает. Они сейчас пойдут, палят ее, да? И мы их на боеготовности просто расстреливаем. Лишь бы они сюда не пошли. Вашу... Здорово! Здорово, как дела? Мочи их. Да мочи. Да куда ж вы стреляете-то? Да ладно. Да ладно. Вот это спецназ. Одну единичку урона, серьезно?
Этот сразу в глухую оборону ушел. Одна единица урона. Потрясающе. Вот просто потрясающе. Так, давай-ка. Играем агрессивно. Что нам? 91. Отличненько. Так, лутецкий. Модифицированный приклад. Вот это очень неплохо. Недурно, я бы сказал. Так, здесь. У кого с мобильностью порезче? Ни у кого. В ту сторону бежать не хочу. Это что такое? Кубири. Кубикири. Особый выстрел по цели, которая потеряла здоровье. Критическое попадание убивает, обычное попадание наносит половину урона. Хм. 22%. Прикольно. На криты ее прокачать, да? Так, вот здесь мы можем, конечно, зафланговать. А вот отсюда мы ее, его не видим, к слову сказать. Отсюда тоже не видим. Как так? Расскажите мне. Просто расскажите мне, как так происходит. Отсюда. Отсюда вот видим. Отсюда видим. Слушай, друг, и вот ты мне не нравишься. Я бы вот, конечно, взял бы, да, и зафланговал бы его вот так вот. Но тогда мы срываем вот этот пак. И становится все не очень круто. Тогда он нас будет фланговать. Для того, чтобы он куда-то ломился, мы должны его тоже фланговать. Я вот даже не могу понять, откуда. Отсюда. Но это не будет считаться, что мы его флангуем. Нам потому что нужно вот сюда присесть будет, да? Можем гранатами, конечно, закидать. 6 единиц здоровья. О, увидел, хотя это не показывалось. Блин, надо было, короче, это. Сначала грену кинуть. Сначала грену надо было кинуть, потом стрелять. Давай вот так. Отлично. Ну давай его немножко поджарим, да, вот так вот, чтобы он не сдох, конечно, но в то же время, чтобы ему было хорошо. Ну давай попробуем. Пропадет лут, пропадет, плевать вообще. Пропал. Жалко. И я ж пошутил, что вы как эти взяли, лут забрали. Мерзавцы. Так, ну давай, подходим. Сидим. Сейчас бы нам перезарядиться всем, да? Подготовиться к бою. Отлично. Так, здесь перезарядочка. Боеготовность. Здесь перезарядочка. Боеготовность. Так, здесь у нас. Вот сюда. Настройка спуска. Перезарядочка. Так, ты сюда. Перезарядка. Сейчас будем этот пак штурмовать. И там, я думаю, сразу к веселью этот присоединится, товарищ. А, они уже бегут. Ну, я знаю, да, как вы стреляете. О, там и этот, смотри, друг. Но он до нас не добежит, это не может не радовать. Было бы неплохо, конечно, туда ракету засунуть. А хотя это разрушенный остов машины. Поэтому... О, тут сразу два, смотри. Давайте вы просто ко мне бежите и прям кучно, кучно, чтоб встали, чтоб одной ракетой я вас мог неплохо так прикошмарить, да? Давай. Ну, я понимаю, да, то есть вы такие еще... Мастера прям. Мастера. Что происходит? Мастера встречать на боеготовности.
Я таки понял вас. Хотя мы, в принципе, вот так можем сделать, да, и вообще не париться. Но я предпочту, наверное, немножко так. У нас здесь полное укрытие. Эти друзья не добегают до нас, правильно? Сколько у вас? 11, 8. Я бы предпочел вообще бы отступить куда-нибудь. Как далеко мы можем отступить? Не очень далеко, на самом деле. Ну что, в перестрелушки с ними играть, что ли? Давай вот сюда за полное укрытие встанем и на следующий ход, если что, будем ракетой тогда поливать. Давай, на этот ход. Ох, не достаю. Ну вот так только, да? Давай, вам флешечку на этот ход. Есть. Дальше. Ты у нас. Куда ты у нас идешь? Ну давай, будем смотреть, чтобы нас здесь не обошли. Боеготовность. Так, здесь полное укрытие. Здесь все хорошо. Боеготовность. Здесь вот тоже полное укрытие. Все хорошо. Боеготовность. Здесь тоже полное укрытие, но могут легко зафланговать. Давай-ка, наверное, вот сюда вот переместимся. Нас не видно здесь, да? То есть, если они будут нас штурмовать, то, соответственно, нарвутся на подарок. Хотя, с другой стороны, не косые. Ни одной боеготовности ни разу не попали. А, нет, там одну единичку сбили. Да-да, я помню, они одну единичку там сбили. Так, вот этого можем мы сейчас зафланговать. Немножко вперед пройти, да, и зафланговать. Им плевать, что они там под боеготовностью и все такое. А может быть, мы ракету прямо вот сюда А, не дотягиваюсь. Так, ну вот этого друга можно, в принципе, пофланговать немножко, да? Давай попробуем. Оп. 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 Я вас понял. И они сейчас побегут, да? 62. Огонь. Ну, я так и понял, что у вас с меткостью-то вообще полный порядок. Вот просто полный порядок. Так, давай, ты за полное укрытие. 19-19. Вот просто потрясающе, да? Ну, хотя, с другой стороны, давай попробуем все-таки. У нас же здесь, в конце концов, будет какой-то замес там, да? Так, здесь у нас дымовая граната. Давай как-то, я не знаю, куда тебя организовать. Увеличить защиту солдат в радиусе действия. Ну давай, тут на нас метка, все дела, поэтому давай-ка. Ну и товарища вот этого тоже надо. Да, давай. Давай переместимся вот сюда. Хорош. Надо было вот сюда перемещаться, чтобы фланговать, да? Эх! Не долетает. Ну, 31. Так-то. Давай попробуем. Короче, эта команда вообще не прощает ошибок, да? Не дотягиваюсь. Просто не дотягиваюсь. Эх, ребята. Жалко лут. Однако. Неожиданно, да, так? Так, давай ты сюда. Готовность. Сейчас будут стрелять вот по лысой барышне. Давай. О-хо-хо, ты попал. Ну ты стандартно все.
Так. Не добежал. Хорошо. Можно попробовать и сейчас... Давайте поближе, поближе. Во, можно и сейчас их попробовать гранатами, да? Боевыми. Поприкуривать. Ну, по большому счету неплохо. Вот офицера бы как-нибудь выкурить оттуда. Надо кого-то отправить, одного их обходить. Их надо отправить обходить, да? Так, давай, ты сюда. У нас на этот ход задача простая. Нам нужно вот этих друзей прикошмарить, да? Давай. Работаем. Неплохо. 9 урона на двоих. Прям очень неплохо, я бы сказал. Так, здесь. Давай-ка. Хм, а сколько будет? Простите. Крит 0. Крит 0. Я все понял. Давай, еще одну туда. Пойдет. Ах ты ж, их взрывать-то не надо. Их взрывать-то не надо. Их надо забрать и препарировать. Вот что я думаю. Огонь. Да, блин, а забрать... Забрать с собой это то еще удовольствие. 56. 67, огонь. Да вы что творите-то, а? Роман. Ну ты хоть меня не подведи. Вы что, сговорились, что ли? Ну вот если ты промажешь, кто-то гребет. Великолепно. Чё с этой игрой? Что с ней не так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо. И сейчас он снесет эти бочки, и она будет стоять без... Хо-хо. Ладно. Так, вот этот друг сейчас по нам будет работать. Что с этой игрой происходит? Не надо! Косой. Так. Ну этого я хочу забрать. Так, здесь перезарядка. Какая нахрен перезарядка? В упор подходи и как с дробовика стреляй, если ты такой косой. 78%. Да неужели ж ты? Да неужели ж ты попал? Этот просто в наглую вышел, да, такой? Так, давай, за укрытие. Патронов нет, перезарядка. Так, здесь. Один патрон. Пошли. С такой меткостью, конечно, надеяться на них очень плохо. Да ладно, попало. Пойдет. Так, командира надо вообще нам зачморить. Вот таким вот образом. Пусть сидит там и не отсвечивает. Так, здесь нам никак не забрать. Так, давай, ты сюда. На следующий ход будем его фланговать. Ну, здесь, конечно, мы можем, да, забрать? Можем, но... Но как-то не очень мне это нравится идея. Пошли потихонечку. Так, на следующий ход ему должно быть кранты. Дезориентация. Он никуда не убежит от нас, поэтому... А, он еще перезаряжается. Молодец какой. Молодец какой. Это что такое дымовая? Флешка есть у кого-нибудь? Флешка? У кого много жизней? Максим? Максим, давай. Я в тебя верю. Отправляем тебя вот на... Вот, отлично, давай. Ну, тебя потом вылечат. Ты не расстраивайся. Так, Роман, значит, у нас... Давай-ка сюда. А
адаптация. И убиваем его. Прекрасно. Это просто невероятная миссия. Мазали все. Абсолютно. С боеготовности стрелять вообще не научены. А тут это, новый тренд, да, у нас идет, я смотрю. Лысая башка, дай пирожка. Да, такое себе. Младший капрал Роман Дудин. Но я говорю, раз в комментариях не отвечает, значит будет сидеть до победного конца. Ну, в то же время его надо как бы прокачивать. Чем больше звания у оперативника, тем больше бонусов дает он, да? То есть я на этого показываю, на самом деле вот на этого надо показывать. Ну, вы поняли. Так. Какие-то ящики нам, как обычно, там показывают. Прибыли. Давайте посмотрим. А где повышение вот для этих всех, а? Ну, неплохо. Роман повысился, и то уже хорошо, да? А вот напалм. Дезориентировать врага и вызвать у них панику. Давай. Серьезно ранен, 21 день. Че, правда? Давай посмотрим. Ох, сколько набрали. Уклонение. Плюс один здоровье. Модифицированный приклад. Вот это классная вещь. Два трупа адвента. Два трупа солдат. Два офицера и один труп безликого. И я поздно спохватился и взорвал его. А если бы не взорвал, кто-то бы умер, наверное. На мой взгляд. С такой меткостью, как у них, это... По-любому был бы где-нибудь покойник. Так, у нас тут радио сопротивления изучается. Это все прикольно, конечно, но... А, знаете, что я еще хотел посмотреть? Ну вот сейчас у нас вот Андрей обучается как раз. Давай, пошли посмотрим. Меткий глаз, скрытность. Тут смотри, он уже все прокачал, да? Сапер. Взрывчатка, способна уничтожать укрытие. Круто. Круто. Давай. Можно еще раз его отправить и обучить ему, да, вот это вот штукенцию уничтожать укрытие. Так, подожди. А что так у меня мало народу? А, толпа на миссии у нас. Все правильно. Так, давай. А что, заработайте боевой опыт? Вон оно что, Михалыч. Смотри. 10% критам. Радиус обнаружения. Прикольный, да? Вот у этого прям две прикольные. Скрытность. О, один мобильности. Это кто у нас был? Пендальф. Давай, давай. Плюс один мобильности. Это, по-моему, вот такой самый нормальный такой перк. Так, значит, эти два дня будут чистить, да? Здесь у нас реле питания. Материалов у нас всего лишь 7 штук. И я бы хотел еще... производство предметов. Так, АП, патроны, трассирующие, броня, жилет из нановолокна. Мне не очень интересно. Надо, короче, наверное, строить эту... как она правильно называется-то? Зона испытаний, что ли? Или... Ну, что-то подобное, да? Как вариант вот здесь вот. Да, вот зона испытаний. Новые уникальные типы боеприпасов, гранат и брони для наших бойцов, а также другие специализированные приспособления. 150 материалов. Это, конечно, хорошо, но я вот просто смотрю, и я хотел бы взять вот эту штуку. 150 материалов, я думаю, чем раньше мы ее возьмем, да, мы потом на рынке просто элементарно, по десяточке, если они уходят, вот эти всякие ПБМы, да, и всякая хрень вот эта, то, в принципе, мы можем, чем раньше мы ее возьмем, тем больше у нас будет трофеев, и мы достаточно быстро ее купим, то есть нам 15 всего лишь надо собрать. Ну и, соответственно, раз серия у нас не вышла, и Рашада я отправить обучаться не могу. Не могу пока что. Он не напишет мне. Ну, в смысле, он еще не написал. Серия еще не вышла. То есть серия, я говорю, вот через час где-то выйдет. Та, которая будет называться там
что-нибудь про сюрприз. Так, два дня, снабжение. Устройте засаду на колонну Адвента. Небольшая. Ну, два дня, это вообще же не гламурно, правильно? В одинокого там делать абсолютно нечего. Собирать толпу. Собирать толпу, может быть, и запастись трупами. У нас так-то народу хватает, по большому счету. Так-то у нас народу хватает, более-менее, да? Давай, сразу же три дня. Давай, сюда приклад поставим пока что. У нас нет лазерного вооружения доступного. Там народ будет достаточно долго проникновением заниматься, так что все нормально. Давай, пулемет. Вадим Веремчук. Так. Салимгареев. Давай вот графа отправим. Со штурмовиком-то, да, пригодится. А может быть, всех отправить? Ну вот эти парни, они будут взрывать к чертям, да, и трупов там не останется после них. Ни трупов, ничего. С другой стороны, еще двоих мы только можем выбрать, да? Ту-ду-ту-ту-ду-ту. Давай гранатометчика возьмем и рейнджера возьмем. Вот так вот. Так, а у тебя что такое здесь? Что за проблема, я не понял. Вспомогательный предмет. Да не дымовая, господи. Флешечка. Где флеш? Где флешечка? Дымовая, осколочная. Что-то я в шары долблюсь или что? Я не могу понять. Что случилось? Почему ты не можешь взять флешку? Граната. Граната, да. Вспомогательный предмет. А, вот светошумовая, смотри. Прикольно. А, вот она, светошумовая. Что-то было, скорее всего, с моими глазами, да? Так, значит, здесь у нас аптечка есть. Эту выдали. Какую штуку можно нам еще дать? На криты? Ну давай, улучшение оружия, давай тебе. А, это, кстати, к ответным выстрелам, это не то. Персональный боевой модуль, давай раздадим. Тебе дадим. Улучшает способность солдата уклоняться от атак. Ты на передовой будешь бегать, на тебе. Держись. Будешь у нас, соответственно. Вот этот два раза стреляет, да? Поэтому, как вариант, на тебе. Персональный боевой модуль. Так, у кого со здоровьем проблемы? Плюс один здоровье. Можем кому-нибудь выдать. 6, 5, 5, 6, 3, 5. Вот у этого парня, который будет бегать по передовой, 3 здоровья. Прикольно. На тебе. 4. Неплохо. Так, дальше. Ну, раз у тебя 4 здоровья и ты будешь бегать по передовой, то давай-ка, у нас должна быть это еще. Оснащение. И у нас должна быть штукенция, которая керамические бронеплиты. Подожди. Убрать. А где жилет изнанного волокна? Здоровье плюс 7. Не, ну это круто, конечно. А нам не дали новый? Вот такую. А, это нам дадут с новым исследованием, наверное, да? За место светошумовой, например, можно... Не, давай-ка мы за место, наверное, боевой выдадим вот тебе жилетик. 7 здоровья. Вот. 7 здоровья, 2 брони. Это уже такое себе. Более-менее, да?
более-менее похоже на правду. Так, что еще? Что еще забыли? Ну, в принципе, все. 2 дня, проникновение 9 дней, паки будут гигантские, пацаны повоюют, кучу опыта получат, половина уедет в больницу. Ну, я еще подумаю на эту тему, стоит нападать или не стоит, но пока они там проникают, я на этот вопрос подумаю. Так, они здесь расчищают, здесь обучение, здесь ресурсы, здесь проникновение всего лишь 10%. Отлично, пошли посмотрим. Так, здесь нам расчистили, прекрасно. Здесь помогаем расчищать. За 9 дней управятся, да? Кристаллы Лерия. Давай. Давай. Отлично, смотри. 4 инженера прям фигачат в 2 смены. И материалы у нас появились на то, чтобы сделать лазерные винтовки. Как вариант, мы можем, знаете, что сделать? Мы можем из убежища Романа Дудина снять, выдать ему лазерную винтовку и отправить обратно. Оружейная. Так, инженерный отсек. Производство предметов. Оружие. Лазерная винтовка. Отлично. Так, оружейная. Бойцы. Роман Дудин. Так, у тебя улучшение оружия. Автозаряжание. Прекрасно. Снимаем и выдаем тебе вот такую штукенцию, да? Улучшение оружия. Ну и на тебе автозаряжание. Прям вообще крутой пацан будешь. Хотя, с другой стороны, ему автозаряжание это до одного места. Я лучше снайперу какому-нибудь выдам. Ну вот как-то вот так вот, да? Способности ЦПВТ вообще ничего нету. Пристрелка. Ну вот страж, было бы неплохо ему вкачать. Но не судьба. Не судьба. Он у нас отправляется обратно на пост. Давай-ка. Советник убежища. Капрал. Хм. И здесь смотри чё. Смотри чё. Такие прям прокачанные. Ну вот эти вот конспирации, конечно, сидят уже там, уже перебор какой-то. Сила Адвента 5. Ну, я говорю, сейчас мы вот эту миссию бомбим, да? Где мы толпой пошли. Где у нас весь народ с лазерным вооружением. Потом возвращаемся и сразу же премся на вот эту вот башню. Там народ у нас будет более-менее прокачанный, так что все будет хорошо. Вот как-то так, ребят. Такие планы. Поэтому всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. А с вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока.